После спектакля состоялся прием в гостинице «Белый олень». Мисс Вильерс, позвольте мне от имени Шекспировского общества Бартон-Спа выразить вам, мистеру и миссис Ладлоу, и всей труппе мистера Ладлоу нашу чувствительнейшую благодарность за то высокое наслаждение, восторг, пищу для ума и духа, которую вы доставляли нам на протяжении этого сезона, озаренного ослепительной гирляндой ваших спектаклей и, без сомнения, самого достопамятного сезона за многие и многие годы. Вы являли нам самый облик и подлинное одушевление Офелии, Розалинды, Виолы. Трудно поверить, чтобы гений, обрученный с самой молодостью и красотой, удовольствовался бы и впредь пребыванием в стороне от глаз столичной публики. Мистер Понсонби, не внушайте ей таких мыслей, что... Что вы, мистер Ладлоу, я с огромным удовольствием предлагаю выпить за здоровье нашей почетной гости мисс Вильерс и мистера, и миссис Ладлоу. Браво, браво. Дженни, просим речь. Речь. Как разве я должна? Разумеется, должны. Да, обязаны, душенька. Что-нибудь покороче и полюбезнее, прошу вас. Леди и джентльмены, я не умею произносить речей. Если, конечно, кто-нибудь не напишет их для меня, а я не выучу их наизусть. И все же я хочу сказать, что я бесконечно признательна всем вам за ту помощь, благодаря которой мой бенефис прошел с таким успехом, и за этот замечательный прием, устроенный нам здесь. Я никогда не была счастливее в театре, чем здесь, в Бартон-Спа. Театр, как я уверена, вы все знаете, это не только веселье, аплодисменты и блеск. Театр – это тяжелый, порой надрывающий душу труд. И никогда мы не бываем так хороши, как нам хотелось бы. Театр – это сама жизнь, только заключенная в маленький золотой ларчик. И как жизнь, он часто пугает, часто внушает ужас, но он всегда удивителен. А все, что я могу сказать, кроме слов благодарности, это то, что я лишь одна из многих в труппе, в очень хорошей труппе, и что я больше, чем могу выразить это словами, благодарна мистеру и миссис Ладлоу. И нашему блестящему премьеру, мистеру Джулиану Напье. Вот видите, я должна была бросить ему розу, потому что вокруг меня подняли столько шуму, а про него совсем забыли. А мне хотелось, чтобы он тоже был счастлив. Вы-то меня понимаете? Это вы со мной говорите? Я говорю с кем-то, кто сейчас находится здесь и хочет меня понять. От имени всей труппы театра «Ройл» я еще раз благодарю вас. Милостивые государи, вы позаботились о том, чтобы актеров хорошо устроили. Мистер Ладлоу, прошу вас. Друзья мои, от всей души, от всего сердца я благодарю вас. Вы, продолжая цитату из «Гамлета», позаботились о нас здесь не только в этот славный час пышного празднества, но и в самом театре. Я вижу вокруг себя множество знакомых лиц, хотя я знаю, что я слуга ваш покорный, а вы повелители мои. Я надеюсь, что вы разрешите мне обратиться к вам, как к своим друзьям. Я много лет провел вместе с вами в этом театре как актер и как директор. И сегодня, когда я оглядываюсь назад из этого быстротечного 1846 года, бурного года, отмеченного для нас многими раздорами дома и беспорядками за границей, года, когда можно подумать, что театр перестает владеть вниманием публики, поглощенной и обеспокоенной хлебными законами,
низким жалованием, инфляцией, войнами. Звонят из Лондона. Вас вызывает сэр Джордж Гевин. Простите, я задумался. То есть я слышал звонок. Простите, может быть, я могу быть чем-нибудь полезен? Нет, благодарю вас, мистер Отли. Благодарю. Да, мой славный, услужливый Отли. Ты не можешь объяснить мне тайну времени, снов, видений и творческого разума. Дженни. Дженни, ты слышишь меня? Ничего. Ну, ты был так добр ко мне. Столько помогал, когда я пришла сюда. Теперь ты стал сердитым и злым, будто я обидела тебя. Я тебя обидела, Уолтер. Если да, то сразу прости. Ты знаешь, я никогда этого не хотела. Не обращай на меня внимания. Я здесь долго не пробуду. Я даже не знаю, что хуже. Видеть тебя счастливой, какой ты была вначале с этим тщеславным болваном на пье. Или сейчас, когда он сделал тебя... такой несчастный. Пожалуйста, не говори так, Уолтер. Если я и несчастна, то он в этом не виноват. Да, кто-то же виноват. И трудно определить, кто бы это мог быть еще. Уолтер, скажи мне, ты единственный, кого я могу спросить об этом. Я не кажусь несчастной на сцене. Там этого незаметно. На сцене ты прежняя. Огни сверкают, знамена развиваются. Но как только падает занавес, ты опять сникаешь. Да значит, ты просто все выдумываешь, Уолтер. Будем друзьями. Мне так нужны друзья. Но неужели же ты не видишь? Что? Но неужели же ты не чувствуешь, как я смотрю на тебя из своего угла? Сударыня. Наденьте шляпы, господа. Слишком солоно. На мокром месте. Поговорим о чем-нибудь другом. Знаешь, Джон? Да. Я, бывало, чертовски здорово обедал. Где? На Друри Лейн, тушеной говядины. За 3,5 пенса. Да, а уж за 6 тебя кормили, как... лорда. С этим все хуже и хуже, сэр Моу. Все вздорожало, кроме актеров. Ну, актрисы? Их и нет вовсе. Как, Джон Стокс, вы имеете наглость? Нет, 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 нет. Я вовсе не хочу сказать, сударыня, что у вас нет задатков актрисы. И притом весьма хорошие.
Но вам нужно, по крайней мере, лет 15, чтобы образоваться в то, что мы называем актрисой. 15 лет. Как много. Ничуть не много. Ничуть. О, ты удивишься. Джон, она удивится. Однажды утром вы оглянетесь, а их... И след простыл. Что случилось? Что такое? Боже мой! Бандура, миссис Лаша. Что такое? Негодяй! Что случилось? Да-да-да. Помогите, воды, воды. Что ты нас так наказываешь? Что такое? И след простыл. Что случилось? Кого след простыл? Ничего. Она не говорила ли я, что этот негодяй в Орли рыщет повсюду в поисках актера для миссис Лаша? У которой теперь патент на владение театром Олимпиком. Да, говорили, мы помним. Не боюсь я Фенни Ладлоу, если он не дебютирует в Олимпике через неделю. Как только отпечатают и расклеют афиши. Не сказав ни слова, даже не простившись. Два вечера, наверное, просидел с этим в Орли, все требовал ролей. Торговался из-за жалования. Кто? Джульянна Пье, конечно. Кто же еще? Все они здесь. Дитя мое, ты бледна, как привидение. Разве? Джон, кресло! Ей плохо. Кресло! Скорее, подушку, Сара. Осторожно, осторожно. Быстро, мужчины, принесите воды. Быстро, только рюмку бренди. Скорее. Слышите, рюмку бренди. Возьмите у Агнес мою нюхательную соль. Только быстрее. Быстрее вы распустите шнуровку. Ниже, ниже. Здесь тоже. Миссис Ладло, мне кажется... Молчи, молчи, Боже Сара. Мой. Теперь я понимаю, почему Джульян на пье бежал так поспешно. Вы думаете, она ему сказала? Нет, она не скажет. Догадался, пустился на утек. Лондонский ангажемент и прощай все заботы. Боже мой, теперь, когда мы остались без них обоих, что я скажу мистеру Ладлоу? Ужас. Два стаканчика, Джордж. Выпейте, мистер Ладлоу. Выпейте. Да-да. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Хотя, не будь врачебного предписания, я бы к этому не притронулся. Душа. Душа не принимает. Так вы говорите, что некоторые зрители выражают неудовольствие нашими спектаклями? Да. Мы в редакции получили всего лишь 2 письма. Но я счел нужным сообщить об этом вам. В первую очередь. Это очень любезно с вашей стороны. Еще по стаканчику, Джордж. Ну, а что может сделать человек, сэр? Я вас спрашиваю, что человек может сделать? Все же в один миг произошло. Напье без извинения, без предупреждения, разорвав контракт, в Лондон бежит. И, как я слышал, имеет большой успех в Олимпике. Не знаю, не знаю. Возможно. Тамошняя публика никогда не отличалась особенной взыскательностью. Как только он сбежал, Дженни тотчас же слегла. Я весь репертуар на ней строил. Она слегла от горя. Вообразите, вот так вот быть покинутой. Она же женой ему была. Женой. Правда, не звалась ею. Ее болезнь усугубляется еще и тем, что она... Да ведь знаете, наверное, все. Да. Ну, я думал, что это будет лучше для нее. Я тоже так думал. Но ей становится все хуже и хуже, слабеет с каждым днем. Доктор все средства перепробовал безуспешно. Безуспешно. Чахотка? Да, чахотка.
Она медленно угасает, и все в театре знают об этом. Толкуют об этом, удручены этим. Так что же может сделать человек, сэр? Что человек может сделать, я вас спрашиваю. Ничего. Вы лучше выпейте, мистер Ладлоу. Кэтл. Меня к ней не пустили. Ей видно хуже. А этот старый олух, доктор, ничего не сказал. Я его дождался, хотел поговорить, но зря. Он не соображает, ни что он делает, ни где он находится. Как себя чувствует мисс Уильямс? У порога смерти. Уолтер, мой мальчик, дальше дело не пойдет. Ты вымок, дрожишь, ты тоже свалишься. Только не я. Я не сгорю раньше времени. Наш городишко сегодня точно кладбище. Мне все казалось, что мы все тут давно уже перемерли. Только позабыли об этом. А доктор просто-напросто старый жирный покойник, которого воскресили по ошибке. Еще стаканчик. Выпей и бегом домой в постель. Ты сам болен. Болен? Конечно, болен. Мы все больны. Ты своими размалеванными декорациями, намалеванными рожами. Этот вот малый тем пустозвонным враньем, которое он печатает. Болен даже Джордж, который поит нас своей отравой, чтобы мы поменьше замечали мерзостей на пути к могиле. Вот куда мы все идем, джентльмен. Приятного нам путешествия. Как странно. Мне кажется, что я выхожу вместе с Кэтлом в дождь и тьму. Ни улиц, ни домов, лишь ночь, холодный дождь и страдания. Вот там высоко наверху висит желтый масляный фонарь. Измученный Кэтл прикоснулся к тускло освещенной стене. Как странно, что я, Мартин Чиверл, никогда не бывший подёнщиком в плохоньком старом театре, никогда не сгоравший дотла в огне безрассудной страсти, я сейчас думаю и чувствую, как этот несчастный Уолтер Кэтл, сострадая ему, как никогда раньше не сострадал ни одно из созданий своей фантазии. Что это, конец? А если нет, то где она? Дженни! 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 Умирать было так одиноко. Одиноко? Все были так далеко. Это был самый одинокий миг в моей жизни. Тебе было страшно? Нет. Я слишком устала, чтобы чувствовать страх. Было одиноко и ужасно грустно. До самого конца.
Знаете, как мы их называем? Знаю, милая. Свечки. Как же еще? Нет. Не просто свечки. Сейчас-то да. А вот когда весь воск сбежит по ним, жирный белый воск бежит и капает. Бежит и капает. Вот тогда мы называем их саванами. Правда, похоже? Не надо так говорить, голубушка. Потерпи немножко, и тебе скоро-скоро полегчает. Ты ведь хочешь снова играть в театре? А который теперь час? Мне нельзя опаздывать. Я должна одеваться. Почему я вообще здесь лежу? Ну, милая, сегодня еще нельзя. Тебе не здоровиться. Да и поздно уже. Да. Уже слишком поздно. Покойной ночи, дорогие леди. Покойной ночи, леди. Покойной ночи. Что это за шум? Это дождик, милый. Западный ветер нагнал дождь к ночи. Хей, хо. И дождь, и ветер. И это тоже грустно. Я не знаю, почему, но так уж оно выходит. А ему того и надобно. Да не все ли вам равно? Пьеса сыграна давно. Он притворяется, что ему ни до чего нет дела. На самом деле ему тоже грустно. А мне так все время плакать хочется. Ну, не плачь, милая. Пожалей свою головушку. Нет, нет, я должна. Ну что, что поздно, Сара. Понимаешь, я должна повторить это еще раз. У вашей двери шалаш я сплел бы, чтобы из него взбрать. Бредит бедняжка. Идите, идите. А где нянюшка? Ушла. Да что ты, голубушка? Вот я здесь, я. А я вас не вижу. Здесь я, милая, здесь. Не вижу. Стало так темно. Почему так темно? И что это за шум? Это дождик, дождик, милая. Нет, вы послушайте. Вот. Да это же мой выход. Это же мой выход. Все. Конец. Занавес. Всего две строчки в справочнике. Дженни Виллерс, актриса, умерла 15 ноября 1846 года в возрасте 24 лет. Как это сказал Отли? Напье ненадолго пережил ее. Он уехал в Нью-Йорк, запил и вскоре покончил с собой. Мистер Джулиан Напье. Это верно, сэр. Кто вы? Джекоб Манс. Из Нью-Йорка. Отлично известен миссис Брогом и всем ведущим импресарио Лондона, мистер Напье. Благодарю вас. Вы были на спектакле, мистер Манглс? Имел удовольствие, сэр. И должен вас поздравить с прекрасным исполнением роли благородного датчанина. Чрезвычайно ловко сыграно, сэр. Благодарю вас. А? Только не сейчас. Почему? Мой друг миссис Брогом
ожидает меня в своем кабинете. За миссис Брогом. Я вам должен сказать, что в Нью-Йорке для вас приготовлена целая куча долларов. И 200 тысяч достойнейших граждан с нетерпением ожидают того дня, когда Джекоб Манглс даст им возможность увидеть вас в роли Гамлета и во всех ролях, которые вы пожелаете сыграть на Бродвее или же в любом другом месте. Ваши условия, мистер Напье. Очень любезно с вашей стороны, мистер Манглс. Но пока что у меня нету желания отправиться в Америку. Я не могу заставлять женщину ждать. Впрочем, позже, если вы еще будете в театре. Я приглашен на ужин, мистер Манглс. И можете мне поверить, я тоже не привык заставлять женщину ждать. Менее чем через четверть часа я расскажу вам о своем предложении, и вы будете поражены его щедростью. Речь идет о сезоне в моем Нью-Йоркском театре, мистер Напье. Я не думаю, чтобы за 10 минут, мистер Манглс, мои намерения могли серьезно измениться. Бывали и более странные вещи. Впрочем, я рискну с вашего разрешения. Ты зачем в Лондоне? Ушел, наконец, от старика Ладлоу. Проходи, Уолтер, садись. Она умерла, Напье. О чем ты говоришь? Кто умер? Кто? Дженни. Дженни Виллерс. Да-да, умерла. Мы хороним ее послезавтра. И клянусь Богом, Напье, это ты убил ее. Убил так же верно, как если бы всадил ей пулю в сердце. Дженни. Ты убил ее. Как она умерла, Олтер? Я даже ничего не знал, что она болела. Болела она? Началось то утро, когда ты сбежал от нас. Ну? Она ждала ребенка, ты знаешь. Откуда мне знать, Олтер? Дженни ничего не говорила об этом. Она лишилась ребенка, лучше ей не стало. Она не хотела поправляться. Твое бегство прикончило ее, ты убил ее, и покуда я жив, я не дам тебе забыть об этом. Неужели ты думаешь, Уолтер, что я нуждаюсь в твоих напоминаниях? Нуждаешься или нет, я буду тебе напоминать. А ты не смей говорить со мной таким тоном, Кэтл! А то смотри, как бы я не воткнул все твои слова тебе обратно в глотку! Я играл с ней на сцене. Я любил ее. Я жил с ней. И бросил ее. Бросил. Но только потому, что я хотел получить вот этот лондонский ангажемент. А я знал, расскажи ей об этом. Дженни заставила бы меня подождать. Подождать или отказаться совсем. Но вы-то все... Но вы-то все знали, где я! Когда...
Когда она перестала мне писать, я подумал, что у нее со мной все кончено. Она была слишком горда, чтобы писать. Как она умерла? Жизнь уходила из нее по капле. Замолчи. Замолчи. Я думал, ты хочешь знать. Нет. Я ничего не хочу знать. Ничего. Проваливай, Олтор. Оставь меня одного. Желаю успеха в твоей славной карьере и удачи. Она тебе скоро пригодится. Итак, если мое предложение может вас заинтересовать... А, да, мистер Манглс. Вы хотите, чтобы я играл для вас и тысяч ваших достойнейших американцев? Разумеется, мистер Напьер. Гамлета? Да. Ромео? Да. Макбета? Все великие роли, мистер Напьер. По рукам. По рукам, мистер Манглс. Они у меня попадают со стульев. Я нарисую им такую картину страха. Ужаса. Выпьем? Выпьем, мистер Манглс. Теперь я, пожалуй, немножечко выпью. За мое появление на вашем Бродвее. С удовольствием, сэр. У вас есть блеск, который понравится моим согражданам. Так, ну теперь, что касается условий, мистер Манглс. Черту! К черту условия. Я любил Офелию. И 40 000 братьев. И вся любовь их. Не чета моей. Прекрасно. Прекрасно. Наша публика романтична и набожна, мистер Напьер. Тогда вам надо бы поднять цены, мистер Манглс. Но мне спросить бы с вас побольше. Завтра! Завтра! Так вот, как это было. Жаль. Знала ли она, могла ли она знать, что стало с тобой, мой друг? Дженни, Дженни, Дженни! Со мной не так уж важно. Ничто не потеряно. Важно только одно. Чтобы пламя оставалось чистым. Вы-то это знаете? Почему я должен знать? Вы поняли это однажды? Скажите им. Уже поздно. Они ушли, и все это было давным-давно. Нет. Не давным-давно. И теперь тоже, если очень захотеть. Ты меня видишь на этот раз? Да, вижу. Потому что мы оба привидения. Нет, ничего подобного. Но зачем вы притворяетесь, будто не понимаете? А почему ты однажды сказала, что я понял? Потому что мы говорили с вами однажды. Разве не помните? Но не пытайтесь, Дженни, найти меня теперь. Дженни. Нет. Дженни. Нет. Дженни. 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 Дай мне увидеть тебя еще только раз, и я буду знать. Только раз!
Только стеклянная дверь. Только стеклянная дверь. Что он говорит? Стеклянная дверь – это название его новой пьесы. Ага. Ничего, ничего, мистер Чиверл. Доктор Кайф уже здесь. Вам лучше? Да, я благодарю вас, доктор. Только мне неловко, что я приношу столько беспокойств. Вы знаете, я чувствовал себя хорошо. А когда я шагнул к ней, она исчезла. Это что, то самое зеркало? Да-да, стеклянная дверь. Вы что-то говорили по поводу стеклянной двери. Мы вас там нашли. Зеркало это тоже что-то вроде стеклянной двери. Вы знаете, я вам ничего не буду объяснять. Вы все равно мне не поверите. Пусть вас это не тревожит. Пульс у вас никуда не годится, вам нужно отдохнуть и как следует. Доктор, я выполню все ваши предписания, но кое-что я должен сделать немедленно. Без этого я не смогу отдыхать. Я так и знал. Мистер Чирвелл, попросите Отти, чтобы он проводил вас в гостиницу. Ложитесь в постель, ждите моего прихода, завтра утром я вас буду. Всего доброго. Всего доброго, всего доктор. Доброго. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Мистер Отти. У меня к вам две просьбы, если позволите. Вам ведь уже лучше, не правда ли? Да, я благодарю вас. Можете не беспокоиться. Во-первых, попросите вашу секретаршу дозвониться до Лондона сэру Джорджу Гевину. Это довольно срочно. И пусть он сразу позвонит мне. Хорошо, что-нибудь еще? Еще? Вы помните молодую актрису, которая хотела со мной говорить? Да, да. Вы знаете, это я виноват. Она как-то проскочила мимо меня, я не смог задержать. Ничего страшного, ничего страшного. Я был неправ, я тогда не захотел с ней говорить. Так вот теперь, если она вернется, я хочу ее видеть. Хорошо, мистер Чиверл. Только не очень похоже на то, чтобы она появилась и вернулась. А я уверен, что она вернется и появится. Уходя, она мне сказала, чтобы я остерегался. Чего остерегались, мистер Чиверл? Я думаю, привидения. Видите, как они суеверны. Видите, я вам говорил, предупреждал. А вы? Я нет, нет. А я, по-моему, да. Я не побежал. Заходи, Альфред. Сейчас у нас на сцене небольшой перерыв. Вот я и вскарабкался посмотреть, как ты тут. Мы тут говорили о привидениях. Я как раз хотел напомнить мистеру Отли, что мы сами тоже привидели. Не надо, не надо, мистер Чиверл, не надо. Так, значит, я постараюсь поскорее дозвониться до Лондона и предупредить на служебном входе, чтобы ту молодую особу пропустили наверх. Благодарю вас, благодарю вас. Благодарю вас, мистер Отли. Благодарю. Альфред, а ты веришь, что мы сами тоже привидения? Я уже частенько чувствую себя здесь привидением. Да я не об этом, старый греховодник. Ну, а я-то вот о чем, Мартин, малыш. Слишком уж долго я играл. И, как любят говорить молодые люди, я выхожу в тираж. Чепуха, Альфред. Нет, нет, ты послушай, послушай. Собственно, и театр тоже выходит в тираж. Сейчас у нас на сцене раза два-три заедало, и мы с Поулин и Джимми Уайтфутом немного повздорили. Как говорится, потрепали друг другу нервы. Как оно вообще бывает на последних репетициях. И мне подумалось, что прав ты, а они ошибаются. Театр дошел до последней черты, и нам остается лишь признать это. Он, конечно, был иным в дни твоей молодости. Иным? Безусловно. Я думаю, тебе многое довелось повидать на театре, Альфред. Да, Мартин, да. Я видел великие дни, и они больше никогда уже не вернутся. Не забывай, что в молодости я играл с Ирвингом. Эллен Терри, мисс Пэт. Великие имена, Альфред. Да, но театр был театром в то время, Мартин. Это было все, что имела публика, и мы. Мы старались для нее изо всех сил. Никаких ваших радио, кино, телевидения тогда не было. Был театр, такой театр, каким ему подобает быть. А нынче они пойдут куда угодно. Жажда глупых развлечений. Да, дружок, жажда глупых развлечений. И всюду деньги, деньги, деньги. Театр умирает. Верно?
Но не думаю, что он намного меня переживет. Старое вино выдохлось. Да. И пьесы уже не те. И публика не та. И актеры не те. Ну вот видишь, какой у нас дуэт получился. Ты знаешь, Альфред, я уже слышал эту речь об умирающем театре сегодня вечером. Но только не от меня, старина. Нет. Но от человека, похожего на тебя. Я тебя не понимаю. Кто это говорил? Старый актер, которого я слышал. Слышал? Где? Здесь. В зеленой комнате. Самое для этого подходящее место. А, понимаю. Ты задремал, старина? Ну, допустим, что я задремал. Но это была та же самая речь, Альфред. Ну, хорошо. Хорошо. Ну, и что же это доказывает? Что ты, пожилой актер Альфред Лезерс, и что театр умирает для тебя. Он всегда умирал для старожилов. И всегда рождался заново для тех, кто приходил на смену. И это не слабость его, а сила, сила. Он живет. Он живет по-настоящему и не просто существует, но живет, как живет человечество, именно потому, что он непрестанно умирает и возрождается. И всегда возрождается обновленным. Ну, хорошо. Театр умирает для меня, пожалуй. Но для кого он возрождается? Вот тебе ответ. Мисс Уарт, познакомьтесь. Это Альфред Лезерс. Здравствуйте, мисс Уарт. Вы актриса? Да. Мистер Лезерс. Я видела вас в заколоченном доме в роли этого чудесного старого официанта. Скажите, а вот эта мизансцена, когда вы стоите спиной, это вы сами придумали? Или режиссер? Да, я. Это было замечательно. Я никогда этого не забуду. Благодарю вас, мисс Сёрт. Это очень любезно с вашей стороны. Желаю удачи. В конце концов, может быть, ты и прав, Мартин. Мне пора. Сцену. Вы знаете, вы были правы. Насчет чего? Когда сказали мне, что я скоро буду жалеть, что не захотел поговорить с вами. Я был неправ. Теперь прошу извинить нет, меня. Нет, нет, что вы, не извиняйтесь. Вы тогда устали, вам не здоровилось. Да. И все равно я здесь. Кстати, меня зовут Энн. Ну, тогда, может быть, перейдем к делу? Да. Вы виолу играли. Помните сцену с Оливией? Монолог о шалаше? Я попробую вспомнить. Пожалуйста. Прошу вас. Да. А что бы вы сделали? Ваши... Нет. Жалко. Неправильно. Неправильно. Жалко. А вы не жалеете, я же не жалею. Пожалуйста, прошу вас. Прошу. Да. А что бы вы сделали? У вашей двери шалаш я сплел бы, чтоб из него взывать к возлюбленной.
слагал бы песни о верной и отвергнутой любви и распевал бы их в глухую полночь, кричал бы ваше имя, чтобы эхо Оливия холмам передавала. Вы не нашли бы на земле покоя, пока не сжалились бы. Я не слишком-то хорошо прочла, хотя не думаю, что на показах читают намного лучше. Вы работаете в каком-то здешнем театре? Да, вон ли, мистер Чиверл, послушайте. Я актриса, и я не хочу просто ходить по сцене и выставлять себя на показ. Я хочу как следует поработать с режиссером после этих сумасшедших премьер каждую неделю. Потому что я знаю, что театр — это не только шум, блеск, веселье, аплодисменты. Что же он тогда такое? Труд. Тяжелый. И порой надрывающий душу труд. И я знаю, что никогда мы не бываем так хороши, как нам бы этого хотелось. И все-таки театр. Это жизнь, уложенная в маленький ларчик. И как жизнь? Ой, он часто пугает и часто внушает ужас. Но он всегда удивителен. Я вам все это говорю, у меня само собой вдруг все вырвалось. Ваши родители играли на сцене? Нет. Но мой прапрадедушка работал в театре, хотя и не был никакой знаменитостью. Как его звали? Да вы вряд ли о нем когда-нибудь слышали. Его фамилия была Кэтл. Уолтер Кэтл. Что с вами, мистер Чиверл? Что с вами? Нет, ничего. 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 Он не вернулся? И я думаю, он недолго прожил. Да, я тоже так думаю. Но вы ничего не могли о нем знать, мистер Чиверл. Он не был ни драматургом, ни сколько-нибудь известным актером. Уолтер Кэтл был режиссером. И некогда был режиссером вот в этом самом театре. Он работал здесь за год-два до того, как уехать в Австралию. У антрепренера по фамилии Ладлоу. У меня есть книжка, главным образом, о молодой артистке Дженни Виллерс. Мистер Чиверл, тут есть ее портрет. А на полу лежала ее перчатка. Ну, знаете, такая зеленая фехтовальная перчатка, отделанная красным. Я теперь поняла, почему мне здесь все с первого же раза показалось таким жутким. Понимаете, мистер Чиверл, ведь часть меня, та, что идет от Уолтера Кэтла, уже была здесь и хорошо все знает. А может быть, поэтому перчатки и выпрыгивают из шкафов. Узнали во мне частицу Уолтера Кэтла. Я так рада, что вы мне все это рассказали, что он был здесь. Мартин! Мне сказали, тебе было плохо, что опять вызывали врача. Можешь не беспокоиться. Теперь мне лучше. Я разберу. Извини. Джордж? Да, привет. Привет. Да, нет, теперь можешь не беспокоиться. Мне лучше. Да. Джордж, если твое предложение остается в силе, я говорю да. Нет, денька два тебе придется подождать. Да, я решил переделать финал третьего акта, и тут будет уйма работы. А вот когда я закончу, мы составим общий план и обо всем подробно поговорим. Ну ладно, Джордж, ладно, увидимся здесь, на премьере. Пока. Это правда, Мартин? Да, и многое другое тоже. Где находится ваш театр, в котором вы работаете? Вон ли, мистер Чивер, вы приедете меня посмотреть? Да. Как только закончу все дела. И тогда у меня будет кое-что вам предложить. Мистер Чиверл, с ним действительно что-то произошло. Он теперь совсем-совсем другой. Я вам очень-очень признательна.
До свидания. До свидания. Мартин, Мартин, ты принимаешь предложение Джорджа Гевина и остаешься в театре? Да. И буду работать так, как до сих пор не работал. И нам понадобится твоя помощь и твой совет. Ну, давай сразу после премьеры поговорим об этом. Но скажи мне, почему ты переменил решение? Что-то произошло? Я думал о театре. Мы отдаем ему себя без остатка, превозмогаем болезни, личные катастрофы, и ничто не может нас остановить. Мы говорили об этом и не понимали, почему. Ни деньги, ни слава, ни тщеславие не являлись достаточно основательной причиной для этого, ведь правда? Да, я думаю, что все вместе. Теперь я верю, что подлинное, истинное и прочное в нашей жизни – это как раз все то, что стольким дуракам кажется мимолетным и проходящим. Сокровеннейшие и глубочайшие чувства, которые честный художник отдает своей работе. Пламя. Да, пламя. Чистый огонь. Мартин, почему ты сказал о пламени вот так? Что-то произошло? И пусть выглядит пошлым вся эта мешанина из прожекторов, холста и рекламы, и мы, работающие в театре, просто потому, что он есть живое таинство жизни. Мы помогаем охранять это пламя и приобщать к нему. И пусть мы выглядим глупо, дорогая моя, мы все же служим божественной тайне. Да, а когда я хотела сказать что-то в этом роде на приеме у мэра, ты поднял меня на смех. Я был неправ. Я прошу просить меня. Ну ладно, мне нужно работать. Третий акт? Да, мне нужно записать кое-какие мысли. Мартин, и все-таки что произошло? Ты мне скажешь когда-нибудь? Это будет нелегко. То, что я чувствовал, было страшно реально. А остальное, либо это был сон, либо бред, либо... Либо ты почувствовал что-то, и это переменило тебя. Я обещаю тебе как-нибудь рассказать об этом. Обещаю. Вот я снова в зеленой комнате, где все это произошло. Но что именно? И откуда это чувство утраты, когда у меня нет и тени доказательств, что здесь действительно что-то произошло на самом деле? О, либо нужно принять эту историю на веру, либо отбросить и покончить с ней. Перчатка снова на полу.